Первый в 2020 году прием Дмитрия Волошина состоялся в новом здании Центра управления регионом. Первым посетителем стала жительница города, которая пострадала в результате затопления. Она ждала выплат от управляющей компании, которая недавно была признана банкротом. Вы знаете, да, что эта компания в банкротстве, вы это все знаете. Но вы ни при чем. Конечно. Поэтому жилищник вместе с Добрым городом на пару, они найдут возможность эти средства вам выплатить. Только вот меня интересует, когда? Уже почти 3 года прошло. Когда? В течение двух недель. Хорошо. Все просто. Отлично. До 1 февраля. Теперь все встречи горожан с главой будут проходить в Центре управления регионом на Кирова-30. По задумке властей, основная цель учреждения – сбор и обработка жалоб химчан по каждому микрорайону. Отсюда все обращения перенаправляются специалистам администрации, которые обязаны детально разбираться с каждым случаем. Власти уверены, это повысит эффективность решения проблем абсолютно во всех сферах жизни в Химках.